И здравствуйте, дорогие ребята! У нас сегодня с вами прекрасная тема о сахарном диабете первого типа. Все благодаря вашим золотым вопросам. Поэтому обязательно пишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать звоночек. Становимся вместе сильнее, здоровее и помогаем нашим близким. Ребята, вопрос сахарного диабета к рассмотрению. Поехали! Что такое сахарный диабет первого типа? Это бесконтрольная глюкоза, которая приходит к нам извне всегда, которую мы с вами купируем, берем под контроль инсулином, который при сахарном диабете первого типа нужно колоть из иголочки. Ребята, диабет первого типа может быть приобретенным, возрастным, но, к сожалению, в последнее время все чаще встречается у более молодого поколения из-за отсутствия культуры питания, в первую очередь, родителей. Поэтому я надеюсь, наша с вами борьба, работа позволит родителям в первую очередь осознать их ошибки в своем питании и в питании их детей. Поэтому, ребята, профилактика диабета первого типа в первую очередь является моим приоритетом. Но если у нас уже есть сахарный диабет первого типа, что нужно делать для того, чтобы улучшить свое состояние в первую очередь? Меньше углей, больше жиров. Ребята, это основа. Что такое диабет? Я только что сказал, высокая глюкоза, недостаток инсулина. А если мы оставим глюкозу без контроля, ребята, это грозит нам гипергликемической комой. Это опасно для жизни. Поэтому в первую очередь нужно адресовать, я считаю, не последствия высокой глюкозы, а причину ее появления. Человек, который колет инсулин, он ведь это делает для того, чтобы опускать уровень глюкозы. Давайте изначально попробуем препятствовать его появлению. Поэтому, ребята, первый мой пункт из пяти, который обязательно нужно принять к исполнению, это меньше углей, больше жиров и контроль белка. Если вы переедаете глюкозы, естественно, она будет высокая. Естественно, вам нужно будет повышать уровень инсулина, который вы подкалываете для того, чтобы не умереть. Это очень просто. И моя аналогия всегда проста. Я курю 2 пачки сигарет в день и прихожу к доктору и говорю: доктор, я кашляю. И доктор говорит: голубчик, если вы кашляете, вот вам золотые препараты от кашля. Но он не спрашивает, почему. Он лечит симптомы. В этом случае мы с вами лечим симптом. Симптом, ребята, высокой глюкозы, в первую очередь, потому что нет культуры поведения. Обычно лишний вес, поэтому, пожалуйста, прикрутите гайки на глюкозе и переходите в случае диабета первого типа на чистое кето. Ребята, дорогие мои, от всего сердца приглашаю вас, присоединяйтесь к моему мощнейшему проекту ПГ-марафон. Что такое ПГ-марафон? Это невероятный 21-дневный проект, в котором мы работаем над своим здоровьем, долголетием, избавляемся от лишних килограмм, мотивируемся, учимся готовить и тренируемся, все вместе. Общение и мотивация – это главная наша цель. Смело и уверенно раскликивайте описание этого видео, и там вы найдете инструкции, как присоединиться к нашим рядам. Спасибо. И пункт номер 2, ребята. Меньше всплеск глюкозы, меньше потребности в инсулине. Ведь это логично, вы со временем в пункте номер 3 уменьшаете дозировку вашу. Это же то, к чему стремится любой диабетик. Меньше дозировки инсулина, тире длиннее и полноценнее жизнь. Это основа. Пожалуйста. ПГ и кето, интервальное периодическое голодание. Основа. Почему мы думаем, что нам нужно дробно и часто питаться на сахарном диабете первого типа, если нам наоборот нужно пропускать прецедент поднятия глюкозы? Поэтому я вас заклинаю, отодвигайте завтрак. Чем базальнее уровень вашей глюкозы, тем меньше потребность в инсулине. И затем, когда вы начинаете кушать, вы кушаете кето. Глюкоза крови на кето не будет так сильно подниматься, даже тогда, когда вы начинаете кушать. И потребность, опять же, в инсулине минимальна. Ребята, 5 пунктов, подводим черту. Меньше углей, больше жиров. Пункт номер 2. Меньше всплеск глюкозы, меньше потребность в инсулине. Пункт номер 3. Уменьшить дозировку, со временем поговорить со своим врачом и контролировать уровни глюкозы постоянно. Пункт номер 4. ПГ и кето, ваш лучший друг, в лучшую сторону будет влиять на состояние, долголетие, полноценность и качество жизни. И, наконец, пункт номер 5, ребята. Это активность. Будучи активным человеком, вы также будете благотворно влиять на уровни вашей глюкозы. Это очень важно. Я вам могу привести примеры многих атлетов, которые с сахарным диабетом первого типа имеют потрясающие тела и добиваются невероятных успехов в своих спортивных показателях. Сахарный диабет первого типа не является ограничением, которое не даст вам изменить себя. Родными, если вы будете иметь правильные инструменты, желание трудиться, а самое важное – работать над этой нечистью, сахаром, мы сможем с вами изменить
и не дадим сахарному диабету стать приговором. Ребята, спасибо огромное за то, что вы нас смотрите. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, звоночек где-то в уголке. И я вас буду ждать в следующем видео. Спасибо!